Здравствуйте, дорогие мои подписчики, также гости моего канала «Сама себе огород». Друзья, сегодня я хочу рассказать о комнатном растении, которое называется корделина. Вот такие у меня есть два черенка, которые остались с лета еще вот в таких стаканах. Я их не стала пересаживать, потому что все это на зиму. Где-то надо ставить было, находить место для моих всех цветов. Поэтому я решила подождать и попозже, так как они еще были совсем маленькие. Но так как я обратила внимание, что моей корделине уже не хватает питания в этом стакане, поэтому я решила уже пересадить вот в такой вот горшок, который 1,5 литра. И уже по листьям заметно, что моей корделине не хватает питания. Поэтому я выбрала вот такой вот биогрунт универсальный. Я всегда покупаю в больших мешках по 60 литров. И он мне подходит и для пересадки моих комнатных растений, и также для рассады, которую я буду использовать для перцев и томатов. Еще вот один я пересадила, второй я хочу пересадить вместе с вами. Хочу показать, какая здесь вот корневая уже система образовалась. Вот вокруг уже она, корни обвились. И вот такой вот вид корневой системы. Тоже также такой вот горшок на 1,5 литра у меня. И добавила сюда грунт. Горшок. Теперь я его сюда добавлю. Ну, как бы сделаю перевалку. Вот таким образом здесь грунт. Я его просто сюда в грунт вставила. И добавить просто еще сюда грунта побольше. Так, чтобы немножко туда было углубление. Вот такая вот перевалка у меня. Я рассчитывала, что он у меня достоит их где-то в этих стаканах до хотя бы апреля месяца. Но так как обратила внимание, что листья начали уже подавать знак, что им уже здесь мало питания в этих стаканах. Поэтому я буду уже искать, куда их поставить. Вот такой вот обзор я хотела сделать своей горделины и вместе с вами сделать перевалку. А теперь я с вами, друзья, попрощаюсь. Всего вам доброго. Будьте здоровы. До новых встреч.